Работа на объекте идет. Но в июле открыть этот детсад не получится. Строители, начавшие возводить его год назад и ушедшие отсюда весной, сорвали сроки и попали в черный список недобросовестных компаний. Теперь тут работают совсем другие люди. Сейчас делается электропроводка, проводятся штукатурные работы. Приступать будем к стяжке внутри помещения. Фасад готовить под покраску. Вот. Ну и на будущее уже закупаем материал, чтобы санузлы, плитку где ложить, где батареи ставить, подоконники, вот, откосы заниматься уже, как бы к отделке переходить. Детсад примет 80 детей от 1,5 до 3 лет. Малышам и их педагогам будет комфортно в этом здании, уверены строители. Сейчас мы находимся с вами в групповой. В этой групповой будут находиться теплые полы, площадь помещения 48 метров квадратных. Следующее помещение у нас будет, это спальное помещение для детей, где они будут, соответственно, отдыхать. Также из группового мы попадаем в санузлы. Вот. Площадь спального помещения 30 метров квадратных. А сколько у вас групп всего? Всего в саду предусмотрено 4 группы. И все стандартные, да, у вас? И все стандартные, все имеют теплые полы. Также теплые полы есть в помещении универсального зала. Детсад планируют открыть в ноябре. Количество рабочих будет увеличено, потому что открывается новый фронт работ. Вот, естественно, будем человек 50-60 будет на объекте находиться. Приступили к благоустройству территории. Одноэтажное здание собственной территории откроет двери для малышей на улице Кузнецова. Сейчас строительная готовность объекта 70%. Наталья Пехтерева, Алексей Нескин, телеканал «Первый областной».